Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня я вам покажу, как приобрести АИП компании Skyway путем обмена за призм. Непосредственно юниты за призм. То есть по курсу 1 юнит равен 1 призм, без лишних движений. Выводить с кошелька буду постепенно, чтобы не оголять полностью кошелек призм. То есть обменивать только пассивный доход. И при этом, чтобы на кошельке еще и увеличивался баланс. Итак, 3 марта, вот в этом ролике, я показала, что взяла АИП за 2500 юнитов. И оплатив эту рассрочку досрочно за 4 месяца сразу. На моем кошельке Wallet Prism оставалось после этого 14081 монета. Приобретение долей в этом ролике было путем обмена монет призм через биржу BTC Alpha. А вот в этом ролике за 20 марта я показала, как я выплатила полностью досрочную рассрочку предыдущую за 2500 юнитов и оплатила первый платеж за такой же АИП на 1,5 миллиона долей благодаря быстрорастущим монетам в моем кошельке призм. И что на 20 марта на балансе в кошельке Wallet призм после всех оплат осталось 14539 призм. Итак, выплатив за рассрочку 2500 юнитов и оплатив первый взнос 250 юнитов, это составило 2750 долларов. То есть с 3 по 20 марта на кошельке сумма не только не уменьшилась, а выросла. То есть на кошельке баланс даже увеличился на 458 призм. А теперь перейдем к самому интересному. Вы видите, что за второй АИП уже оплачено за 6 месяцев. Сейчас мы с вами выплатим его полностью и возьмем еще одну рассрочку. Нажимаем на кнопку «Оплатить». И за 7 месяц уже оплачено. Чтобы не затягивать ролик с перезагрузкой после каждой оплаты, вот вы видите, что уже оплачено за 8 месяцев. И вот выплачен полностью АИП за все 10 месяцев. Нажимаем на кнопку «Подписать договор», который взят 19 марта, а сегодня у нас 28 мая. Представляете, за какой короткий срок? Благодаря призм я выплатила эти два АИПа. И видим, что мои инвестиционные доли 3 184 500. То есть рассрочка вся выплачена. И у нас осталось на бонусном счете 175 и на основном 91. Теперь мы нажимаем на «Мои инвестиции», «Инвестировать» и нажимаем еще раз на кнопочку «Выбрать рассрочку с дисконтом 600». «Выбрать». И я выбираю еще один такой же пакет на 1,5 миллиона долей по 250 в месяц. Нажимаю «Выбрать». И вот взят еще один АИП. Оплачен первый платеж. Поднимаемся вверх. И смотрим, на основном счете 0, на бонусном счете осталось всего 16. И видим, что взята новая рассрочка на 1,5 миллиона. После того, как я выплачу эту рассрочку, у меня будет 4 684 500 долей. А в этом ролике, который я только что закинула на YouTube, я показала, как обменяла непосредственно монеты призм на бонусы Skyway Capital. То есть перевела монеты со своего кошелька на кошелек человека, который в золотой цепочке находится почти в 1/3 сотни под моим кошельком. Это означает, что у всех, кто активировал кошельки между моим кошельком и кошельком, на который я перевела 85 призм, объем в структуре под ними увеличился у каждого на 85 призм. Призмы не ушли из цепочки, а только переместились сверху вниз. А перед этим Юрий со своего личного кабинета Skyway перевел 85 юнитов в мой личный кабинет для того, чтобы я оплатила свою рассрочку. Таким образом, в Skyway финансы тоже не вывелись в никуда, а остались в компании. Как мы с вами понимаем, что это выгодно и для призм, и для Skyway, и для нас, кто имеет поистине такой волшебный кошелек, как Wallet Prism, где монеты печатаются, как будто вы имеете собственный печатный станок.
А сейчас посмотрите. Я вчера обменяла не только 85 призм на SkyWay, но и еще 750 призм. Плюс 11 призм за безопасную сделку. Это 761 призм. Это было 10:30 вечера вчера. Сейчас почти 6:30. И на парамайнинге за эти 20 часов, я не делала специально реинвест, чтобы показать, уже напарамайнилось 100 монет. В эквиваленте к доллару это $100. Интересно, где можно заработать 100 баксов за 20 часов и при этом заниматься своими делами и только изредка поглядывать на то, как крутится парамайнинг. А сейчас я сделаю реинвест, и эти 100 призм поднимутся на мой баланс. То есть на балансе сейчас 386. После реинвеста здесь будет 0 на парамайнинге, а здесь будет 20486. Итак, я сделала реинвест. Времени прошло совсем мало. На парамайнинге 0. И сейчас мы ждем, когда на баланс поднимутся эти 100 призм. Ну вот, на ваших глазах. Здесь транзакция прошла 101 призм, а на балансе 20487 призм. Заходим в свой блокчейн, нажимаем «Мои транзакции» и ищем страницу с 20 марта, нажимая вот здесь на стрелочку. Начиная с 20 марта было выведено 30 марта минус 200, то есть красным цветом со знаком минус это обозначает вывод с кошелька. Записываем 200. 7 апреля минус 170 плюс 170. 9 апреля минус 200 минус плюс 200. 11 апреля минус 170. Прибавляем 170. 18 апреля минус 100. Прибавляем 100. 19 апреля минус 50. Прибавляем 50. 29 апреля минус 1000. Прибавляем 1000. 6 мая минус 20 и минус 30. Это за промоушен, который я проводила на запись видеороликов о золотой цепочке. Плюс 50. Продолжение выплат бонусов за ролики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 140 плюс 140. Все 6 мая. Это столько людей записали ролик и получили бонусы по 20 призм. 11 мая минус 200 плюс 200. 12 мая минус 360 плюс 360. И 12 же мая 505 плюс 505. 19 мая минус 170 плюс 170. И минус 25 плюс 25. Итого 3340. К этой сумме плюсуем 86,50 и плюс 761. 25. Итого 4187. Сегодня 28 мая. Итак, с 20 марта с моего кошелька было выведено 4187 призм. Но на кошельке у меня тогда оставалось 14539 призм. Сегодня на кошельке 20605 призм. Несмотря на то, что выведена вот эта сумма. Я так же, как и все, начинала парамайнить монеты, пополнив кошелек первым взносом на 100 призм в октябре 2017 года. Постепенно, добавляя на кошелек до 6800 призм, выводя пассивный доход с других инструментов, по нескольким категориям я выделила призм как лучший инструмент из всего, что у меня есть. Первое. Пополнять и выводить с кошелька можно в любое время и любую сумму. Выводить можно как через P2P сделки, так и через биржу, потому что это ваш личный кошелек, и вы сами распоряжаетесь своими монетами. Никаких управляющих вашими монетами нет. Вы не отдаете свои монеты в доверительное управление. Парамайнинг отделен от форжинга, а это значит, что парамайнить монеты может каждый на своем компьютере или телефоне, скачав приложение с Play Market. Обменять призм на любые валюты и криптовалюты, токены и бонусы из других компаний, где есть внутренние переводы с одного личного кабинета в другой. В этом ролике я показала, как обмениваю на бонусы SkyWay, потому как верю в SkyWay,
Хотя это и долгострой, но я хочу создать подушку безопасности для своих внуков и правнуков. И это реально можно сделать благодаря призм. Также я буду показывать на своем канале обмен призм на бонусы других компаний, увеличивая свой портфель несколькими инструментами. Призм – это платежная система, на кошельке которой печатаются новые монеты. Поэтому он не конкурент никаким другим компаниям. Ведь Advanced Cash и Perfect Money не конкурируют с тем же Skyway. Но ни в Advanced Cash, ни в Perfect Money, ни в других EPS монеты не растут, как в призме. Если вам была полезна эта информация, то делитесь ей со всеми. Пусть как можно больше людей узнает о такой прекрасной перспективе, о которой мечтает каждый, но не знает, где ее найти. На этом у меня все. Подписывайтесь на новости моего канала. Ставьте лайк, если понравилось, и пишите комментарий. Активировать свой кошелек намного выгоднее через золотую цепочку. Ссылка на чаты для активации под роликом. Всем удачи и больших возможностей вместе с призм. С вами была Валентина Синема 2.